Сегодня первый день выставки Mopic Russia 2020. С вами retail.ru. У нас в гостях Илья. Илья, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие планы у вашей компании на оставшийся год и на 2021, и насколько вы достойно выдержали удар коронавируса? Вот. Планы наши не изменились. У нас два действующих торговых центра успешных в Екатеринбурге, которые знают вся страна, это Гринвич и Пассаж. Мы останавливали работу торговых центров на время пандемии, но сохранили всех арендаторов, сохранили с ними партнерские взаимоотношения, и уже второй месяц торговые центры у нас работают. У нас началось строительство в феврале этого года большого проекта транспортно-пересадочного узла с торговым центром «Золотой», 308 тысяч квадратных метров. По реализации этого проекта у нас никаких остановок и пауз не было, строительство ведется. Ну и все это подтверждается тем, что мы присутствуем полноценным стендом на этой выставке. Спасибо за ваш ответ, желаем вам успехов. С вами retail.ru, оставайтесь с нами.